Всем привет! Сегодня распаковка, обзор, сравнение вот такого классного маленького комбика на батарейках Black Star Fly 3. Спасибо компании Динатон. Так, подключаем. На всю, гейн на середине. Это чистый канал. Гейн на ноль. Звука нет. Чуть прибавляем. То есть можно получить чистый звук вообще без перегруза. Гейн на середину. Появляется брейкап. Еще добавляем. Уже AC/DC получается. Пробуем канал перегруза. Гейн середина, громкость середина. Стим добавляет гейн. Эквализация посередине. Смещаем вправо. Середина. Влево. Влево звук более острый, вправо более мягкий, более жирный. Ставим серединку. Попробуем дилей. Дилей левел. Добавляем. Классический мутный аналоговый дилей. Теперь сравним с таким же маленьким Маршалом MS-2. Маршал MS-2, громкость на полную, тон убран, канал овердрайв. Star, громкость на полную, канал овердрайв. Маршал, тон посередине. Black Star, эквалайзер посередине. Thank you.
чистый звук Black Star. Чистый звук без перегруза, без кранча. Проверяем компактность. Marshall помещается в карман чехла и даже не ощущается, что он там есть. Смотрим Black Star. Он потолще, подлиннее и уже карман не застегивается. То есть под него нужна либо отдельная сумка, либо рюкзак, либо большой карман. Но либо мы выбираем звук, либо компактность. Ребят, напишите в комментариях, что выбираете вы, на чем вы остановились. Всем спасибо. Пока.